Привет. Привет. Смотрели новую серию «Игры престолов»? Да не, мы хотели вечером посмотреть. А, здорово, отлично. Тогда вот держите, это список моих требований. Лук экземпляра. Ты охренел? Нет, охренели ходоки. Да слушай, не рассказывай ни слова. Какие твои требования? Ну, для начала я хочу, чтобы вы немного прибрались в доме, где мне будут прислуживать. Здесь чисто? Вот здесь нет. Да ты что, охренел? Успокойся. Как порвешь? Как Дейнерис порвала тебя? Так, успокойся. Мы приберемся. Не вы вдвоем. Один за мной. Никита, у нас дома не курит. О, ладно тебе. Лучше покашляй. А тебе посмейся? Отлично, массажер. Подожди, я не понял, а что с лицом? Нет, так не годится. Еще немного ты можешь. Давай. Вот, отлично. Теперь можете отнести меня в туалет. А что здесь происходит? Да они просто не смотрели последнюю серию «Игры престолов». Пошел отсюда. Вот этого не трогай, он хорошо справляется. А они в курсе, что серия только сегодня вечером выходит? Нет. Аккуратней, неси. Здравствуйте, ваша соседка снизу. Извините, вас соли не будет? Да. Соль? Извините, у вас не будет водички? Да. У вас, кстати, так же холодно, как у нас. Да. У вас такие добрые глаза. Так. И что здесь происходит? Ух, ёб твою мать. А ну-ка иди сюда! Да я просто за солью зашла! Я тебе сейчас покажу за солью! Девушки на диете. Так, ура, диета! Долой целлюлит! Худеем к лету! Будем красивы! Только здоровая пища! Я прям чувствую, что худею! Вода больше не нужна! Не только я уже похудела! Минус два! Один час спустя. Да не, нормально. Да, сытно очень. Не за что вот это все, знаешь, картошка фри, вот это вот. Картошка фри. Нельзя картошку фри, фу, картошка фри. Еще один час спустя. Ты что делаешь? Это что, майонез? Да он легкий. А, ну легкий можно. Ты можешь мне тоже. Это что? Это зеро. И еще один час спустя. Ты что? Их же нельзя. Ты видела, что их делают? Бумага сплошная. Считай, дерево, натуральный продукт. Низко калорий. Сколько калорий? 3. Ближе к вечеру. Ну что, девчонки, как диета? Вечером того же дня. Завтра похудеем. Как точно! Как вкусно это, блин! Привет, мои маленькие любительницы выносить мозг без причины. С вами я, Софья Павлова, и сегодня я вас научу бесконтактно управлять мужчинами. Никитос такси ждет, поехали тусить! Поехали! Да и, в общем-то, и не поехали. Я, на самом деле, не хотел, я лучше дома остался. Друга мне решила сломать, да? На меня твои штучки не действуют. Алло, Стась? Да, дорогая? А, такси вызвал, домой еду. Конечно. Пока, Люк. Давай. Стась. Ау. А где зарядка? В моей сумке. Так как здесь оказалось-то? Стась, отменяй сантехника. А, вот он зачем. Так вот ты где был. Беги давай. Где-то... Ты что бросаешься? Ты кто? Я плееры раздавал. А у тебя зарядка на айфон есть? У меня вот коты. Стой, я не могу ее найти. Где она? Так вот же она. Глаза разуй. А ты что все достал? Сложи, как лежала. Ой-ой-ой. Это же надо так. Да, брат, я даже не знаю. Как так-то? Ну, если правда нужен, хотя даже обидно-то как вообще. Ой-ой-ой.
Это важно же. Это реально важно. Ну, если правда надо, я попробую, я очень сильно попробую. Я думаю, она поймет, да. Не точно, но я попробую. Ну что? Ты ничего, ты не поймешь. Ну давай, говори уже. Сказал А, говори Б. Что там у тебя? Ты просто на футбол хотел сходить. Нет. С ребятами. Ну как нет? Ну почему всем да? Мне нет, нет. Нам же по горло. Просто. Через 5 минут. Я же сказала, что не... А кто это у нас тут такой хорошенький, такой маленький? Ты... А как его зовут? Я не знаю. Слушай, давай так поступим. Я сейчас пойду на футбол, а ты постараешься побыстрее найти его хозяев, чтобы они мусоров не вызвали. Ребят, что у вас с интернетом? Слушайте, походу роутер сдох. Стась, у тебя же безлимит, раздай, пожалуйста. Нет. Ты просишь у меня интернет, но делаешь это без уважения. Покажи историю браузера. Не покажу. Ай-яй-яй, нет, нет, отпусти. Сдай переписку с Ильей. Брат братана не сдаст ради какого-то там интернета. Да? А жаль. Тут как раз новенький мемчик по поводу Игры Престолов выпустили. Классненький! Стась, ну ты чего? Ну вы ж подруги. Подруги? А кто последнее платье на Ламоде заказал, пока я на пиццу отвлеклась, а? А кто пьяные фотки мои в чатик добавил? А кто? Ты? Ребят, роутер заработал! Ну мы ж подруги. Я теперь готова ко всему на свете. Я отсидела свой срок в интернете. Ну пожалуйста, ну Илюш, ну давай купим собаку, ну вот такую. Стась, ну, вот такую, собака ну, вот это такую. Большая ответственность. Ну что? Ее нужно выгуливать. Я буду ее выгуливать. Ее нужно кормить. Я буду ее кормить. За ней нужно ухаживать. Я буду за ней ухаживать. Ладно, хорошо, если ты готова все это делать, то давай купим. Илья, погуляй со своей собакой, ты не видишь, она скулит. Закончился корм, сходил в магазин. Илья, твоя псина может мне не мешать? Илья, пропылесось, твоя псина линяет.